Мальчики, бомбони, смотрим вступление. Селфи. Начинаем. Молодец. Какой у него прекрасный вид. Блин, 20 секунд прошло, она уже располагает себе, да, вот ее внешний вид, вот, милое это поведение, такая кокеточка, флиртует с нами, ее голос тоже, да, она флиртует не только с публикой, но и с мелодией, да, она и вот украшает мелодию прекрасно, очень молодец, цвет идет, весь этот цвет, свет, блин, идет ей прекрасно. Давай. Танцуй еще, ну. Милашка. Видите, даже движение вот это вот в финале. Тун-тун-ту-ту-ту-тун-тун. То есть, словно, вот они поют, да? И стиль твоего пения сопровождается еще и танцем каким-то определенным. Кто-то танцует, слышит. Кенни будет. Когда она перешла более уже к сильной части, такая уже строгость в ней уже, нет уже такого, знаете, как кесла такая, все, она серьезная. Пришла выполнять важные цели. О, как тени прекрасно, сексуально, очень хорошо. О, сейчас и она будет, да, как тень. Хорошо. О! Как хорошо. Не знаю почему, но в тени их все сексуально становится. Странно это, магия. Хотя может есть просто такая загадка создается, интрига, что ты не понимаешь, кто там. Эй, эй, эй! Будем мы сегодня идти в ней боли. О. Вы видите, как все меняется? То есть сначала было позитивно, потом сильно, уверенно, да, строго, а сейчас уже грустно. То есть... Ну, звуки как всегда. О, все, все, выбежали. Господи, на него, да? Он ее любит. Он прям пожирает ее взглядом. Всегда, причем всегда, каждое выступление. Мы походу поговорили даже, а мы ничего не заметили. О!
перескочила резко. Словно мост какой-то, где все веселые и где все грустные. И на вот с веселого моста, ну, с веселой части перешла так мостик, и там уже все грустно. Оба-на, все. А любовная история раскручивается, да, распутывается, еще больше вопросов. Пришла, сказала, ушла. Ой, как она пошла на ход украшать все. Смотри, как она. Ну, очень флиртующе, прям. Как, какая магия в этом голосе, да? Ну, невозможно не любить. Это вот правда, это правда. Молодец. Красотка. Да, браво, позитива всем. Чики-бам-бум.